Здрасте. Вы Алексей? А. Тебе что? От него надо? Я хотел... А. По поводу комнаты? Давай. Вот тут прихожая. Так, здесь я. Сюда не надо тебе. Кухня и ванна. Значит, а твоя комната. Ты здесь жить будешь. Ну, койку любую выбирай. Так, туда не надо. Ну, нормально. Устраивает все. Ну, да. А, слушай, дружище, тогда не затруднит тебя? Может, ну, там, какую-нибудь часть денег мне заплатить сразу? Ну, немного. Сколько? 1000. Ага. Ну иди, живи. Светлана Накентьевна, здравствуйте. Алексей, сосед ваш. Можно я долг отдам? Сейчас 500 отдам. Хорошо, сейчас у меня есть. А потом уже остальные. Живой. А у вас есть утюг? Я не пью. Утюг где-то есть. Алёха не просыпался, что ли? Вы кто такие? Я сейчас милицию вызову.
Алло, здравствуйте. У нас в квартире какие-то алкаши. Можете подъехать? Улица Советская, 136. Спасибо. Тихо, тихо. Тихо. Давай надо. Переворачивайся. Доброе утро. Садись. Я умоюсь и приду сейчас. Спасибо. Так. Я не пью. Ну, давай заново. Звать тебя как? Павел. Алексей. Откуда ты, Павел? Из Иваново. А я был в Иваново. Я знаю. А с какой целью? В Москву? В институт поступать. В институт? Зачем? В смысле, зачем? Учиться. Учиться и... Ты Ленин, что ли? Я не Ленин. Я сын твой. Чё? Ты чё мелешь? Я сам только узнал месяц назад. Мать сказала, что отец был военный. Опа! Ошибочка вышла. Да я даже в армии не служил, понял меня? Военный. Она призналась потом, что выдумала для красоты. На самом деле инженер. Так ты не жилец, значит? Она говорит, езжай. Поступай, отец поможет. И чем я тебе помогу? Да не надо мне помогать.
Ну, давай знакомство. Павел Алексеевич. Спасибо. А, так ты жилец. Алло, милиция, здравствуйте. У нас в квартире опять алкаши. Можете подъехать? Улица Советская, 136. Спасибо, ждем. Может, что, Светки есть что? Пойдем. Нам проблемы с ментами не нужны. Держи. А пузырь где, чё мне кофе твой? Мужики приходили какие-то. Выпили всё. Всё бы серым. Так, давай, садись. Сейчас тебя кормить буду. Вот. Как это есть без водки? Чего? Живете вы тут как-то... Как? Не знаю. Плохо? А где хорошо? У нас хорошо живут. Это где у вас? В Иваново. В Иваново? Ну, а чё ты тогда сюда-то приехал? Поступал бы там в Иваново. Там есть институты, я знаю. Я здесь хочу. В Москве все хотят. Мать как зовут? Мария. Мария. Мирабелла. Фото есть? Да, сейчас принесу.
Да. Сын? У нее все, у нее нормально. У нее фабрика. Красивая. Слушай, Светка. Светка, нет, это нет, просто. Нет, огонь. Это не то. Ну. Она красавица. Это не показатель. Это показатель. Это не показательно. Мы вчера брали у кого? У Александра. Вот у Александра нормально. Вот. У Александра. Жилец. Юбилею, походу, конец. Жилец деньги платит. Ну-ка. А что, он не платит, что ли? Иди сюда. Смотри внимательно. На кого похож? Кто? Ну, внимательно смотри. Никого не похож. Ни на кого вообще не похож. На Ленина. На Ленина? На Ленина я похож. Да, он похож на Ленина. Сын мой. Сын? Из Иваново приехал. Да ты что, ты когда успел-то? Сын говорит, а я даже не помню, как это было. Не, ну я был в Иваново, конечно, но реально чего там. Ну а что приехал-то? Ну, в институт поступать. А, ну слушай, ты же Лёхач Глыба! Ты же у нас математикой! Так, стоп! Стоп! Стёп, Стёп, не, ну этот мост, табу, ну... Ты же мне рассказывал. Стёп, не начинай, табу. Ну. Подожди, я тебе говорю, мосты считал, что теперь этот... Да, ну, Стёп, тебя попросили молчать, ну что ты? Ну один просчитался. Ты что делаешь? Нормально. Вон отсюда. Ну, раз больше ничего нет. Лёхач, до завтра. Ну, сынок. Аккуратнее, держись. Паш, а есть деньги? Я завтра на сутки выйду, у меня будут. Не надо тебе больше пить. Это кто решил? Это может решить только один человек.
Ты сам. Ой. Ну ты посмотри, как ты живешь. Ты один. Эти друзья твои только пить приходят. Слушай, давай я с друзьями своими сам. Да? Разберусь. Что теперь, с этим мостом жизнь твоя вся рухнула? Я тебе за один день не заплатил? Ламон, привет. Как дела? Здравствуй, Паша. Сегодня Катя соседка по даче звонила. Сказала, окна у нас разбили. И в домик залезли. Собираюсь ехать. Я понял. Не переживай. Я сегодня же выезжаю. Завтра тогда вместе поедем на дачу. А как же институт? У нас свои институты есть. Ты отца нашел? Нет. Дома поговорим. Здорово, Лёхыч. Тебя по телеку показывают, видел?
Ты чего как в гроб вырядился? Сам ты в гроб, ты чего несешь-то? Сплюнь. А ты куда собрался-то? Ну, родственников проведать. Мужики, давайте петь быстрее, ехать надо уже. И надо дверь закрывать, и на вокзал. А ты что, не будешь, что ли? Нет. А на дорожку? Я завязал. Ну так давай за это выпьем. Товарищ капитан, трупы увезли. Понятых отпускать? Да, пускай расписываются и свободны. Значит, спиртное принесли вы? Мы со Степычевым. А пили, значит, они? Все пили. Может, просто это я покрепче. Ну, это... Может, закусил больше. А спиртное где взяли? Ну, у Светки там... С третьего подъезда? Ясно. А это кто? Так это... Ну, сын вроде. Чей сын? Ну, Лёхи, который это... Ну, хозяина квартиры. Часы. Как псы смотрят свысока на щенят, и скули, не скули, разорвут. Рассветы встречал, и был уже не жилец. На закате ушел, сын тебя не нашел, а все молился отец. Я теперь не жилец, а все молился отец. И я теперь не жилец.